Государственные служащие на каждом уровне не хотят или боятся брать ответственность, не хотят принимать решения. Нельзя сказать, что это повсеместно имеет место, но мы последние годы видим явную тенденцию, когда в министерствах, ведомствах, других структурах, в акиматах госслужащие на разных уровнях не хотят брать на себя ответственность, не хотят принимать решения, хотят отсрочить те или иные важные решения, хотят переложить их на других. С одной стороны, наверное, можно их логику тоже понять. Государственные служащие на каждом уровне боятся за свою безопасность, опасаются правовых последствий каких-то действий со стороны правоохранительных органов. К сожалению, много случаев, когда начинаются те или иные процессуальные действия в отношении государственных служащих, на каком-то этапе, может, они прекращаются, но в целом мы сегодня, видимо, должны концептуально пересмотреть взаимоотношения или отношения правоохранительных органов к управленцам, госслужащим, которые принимают решения. По всей видимости, требуется серьезно также пересмотреть правовые основы деятельности государственных служащих, защитить их в случае добросовестного исполнения своих служебных обязанностей. Никто не застрахован от ошибок. В работе могут быть ошибки, могут быть недочеты, но если нет умысла, если нет каких-то коррупционных правонарушений, то в этом случае наши государственные служащие должны быть защищены. У них должны быть все возможности принимать решения, брать ответственность. И они должны понимать, что в этом случае законы, какие-то правила, какие-то традиции будут их защищать, если они добросовестно выполняют свои служебные обязанности. Очевидно, что без инициативных управленцев, готовых брать на себя ответственность, мы не добьемся эффективной реализации всего комплекса социально-экономических реформ, инициированных президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Сенат совместно с другими заинтересованными институтами готов обеспечить законодательную поддержку новым предложениям в этом направлении.